Да! Ребята, очень-очень хорошие новости, потому что поступила информация про новый режим Stand of 2. Это не шутка, это не пранк. Реально, в будущем обновлении добавят новый крутой режим, которого нету сейчас. Ну и прямо сегодня мы об всем этом поговорим. Поэтому присаживайся поудобнее, бери чай, печенюхи, сладенькое и удачного и хорошего тебе просмотра. Ну а перед началом данного видеоролика, как обычно, халява. Так что, ребята, чтобы получить вот этот замечательный прекрасный нож, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе, написать в комментариях свой ID. И третье, посмотреть это видео без перемоток от начала до конца, это очень важно. Ну что же, а мы продолжаем. Ну что же, и да-да-да, будет два новых режима. Ну что ж, давайте прямо сейчас я вам предоставлю какие аргументы. Для этого нам необходимо перейти в клан одного из разработчиков. Давайте, это Encore, мы заходим к нему в клан. И, ребята, просто посмотрите на все это. Это все аккаунты для теста. Что же это означает? Да, вот вы видите такой клан и думаете, блин, а что же это такое? Да это обычный клан. Нет, ребята, это далеко не обычный клан. Посмотрите внимательно на все это. У них обнуленные аккаунты, знаете почему? Потому что они играют в новый режим под названием «Битва кланов», и они поднимают ранг своему клану. Как бы это странно ни звучало, но нам уже разработчики давно обещали, что будет режим «Битва кланов». Вы просто посмотрите на все это, КД 0, все 0. И как мы видим, вот прям вот именно Encore тестирует этот режим. Ребят, я просто в шоке, у меня нету слов. То есть, как мы видим, тут тоже новый созданный аккаунт. Этот аккаунт специально создавался для теста, то есть тоже тут 27 часов. Дальше берем этот, тоже 0, 0, посмотрите, все по нулям. Я говорю, вот Encore просто собрал весь свой клан. И именно всем этим кланам тестирует новый режим под названием «Битва кланов». У них-то будет калибровка, у них-то будут разные звания кланов и так далее. Я считаю, ребят, что это очень круто. Вы представьте, что вы можете взять свой клан или я свой клан киборги, и мы сможем поднять звание нашего клана, например, до какой-то легенды, ну и так далее. Как по мне, это очень круто и однозначно заслуживает вашего лайка. Давайте посмотрим на остальные аккаунты. Да, тут тоже новый созданный аккаунт, 5 часов онлайна. Теперь давайте посмотрим на этот аккаунт. Опять 0! Опять 0! Да-да-да, мы видим, что именно этот аккаунт тестирует новый режим «Битва кланов». Ребят, ну я просто в шоке. Да-да-да, ты что, это очень-очень таки круто. И, честно говоря, я думаю, что и вы, и я все будем ждать. Блин, ребят, просто посмотрите на все это. Так, а ну-ка, вот это тестирует или нет? Да-да-да, тоже смотрите, КД 0, все 0. Тоже новый аккаунт, который тоже тестирует новый режим. Еще один очень интересный факт. Посмотрите на этого разработчика, это мне скинул мой подписчик. У него все по нулям. А теперь внимательно посмотрите, что у него было буквально час назад. То есть это означает, что все больше и больше тестеров начинает тестировать новый режим и начинает тестировать обновление. Может быть вообще такое, что я ошибаюсь, и возможно, что обнулили им ранги из-за того, что они тестируют второй сезон. А во втором сезоне, как всем известно, надо заново проходить калибровку. Но вот прямо сейчас самое-самое главное, это то, что разработчики тестируют новый режим полигон. Что же такое полигон? Прямо сейчас я вам покажу, и вы все сами поймете. Да-да-да, это то самое, о чем вы подумали. Ребята, просто посмотрите на все это. Вот это прелесть, вот это сказочка. Полигон. Это новый режим для того, чтобы вы могли тренировать свой АИМ. Он так и называется — полигон. В этом режиме можете стрелять по разным мишеням, по разным чувачкам и просто поднимать свой навык, поднимать свой скилл. И как по мне, это очень круто, особенно для новичков вроде кем-то ПК, но почему бы нет, я тоже не против поднять свой скилл. Ну что же, а теперь самое-самое главное. Это второй режим, о котором я хотел бы вам рассказать. Ребята, надеюсь, вы готовы. Надеюсь, вы, если досмотрели до этого момента, то вам интересно, потому что, смотрите, сейчас очень важный нюанс. Если кто-то из нас играет какой-либо режим, у него пишется «играет закладку бомбы», как мы видим, например, «играет закладку бомбы», тик-так и так далее. А теперь давайте посмотрим, как же пишется все то же самое, только у разработчиков. У разработчиков. Внимательно посмотрите, вот за моей башкой написано «играет», но не написано в какой режим. А знаете из-за чего? А это все очень-очень просто, потому что он играет в новый режим. И как вы думаете, что же это за новый режим? Ребята, как по мне, все очень-таки просто, потому что у нас Хэллоуин. Хэллоуинская обнова 0.14.0, и вы должны понимать, что это новый режим под названием «Зомби». Да, он был раньше, но, скорее всего, это будет гораздо лучше, гораздо больше и гораздо глобальнее, чем то, что было раньше. Потому что, честно говоря, старое зомби-выживание, но оно было так себе. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребятки, переместимся на один год назад и посмотрим, какое же раньше было зомби-выживание. То есть, как мы видим, я вот играю, бегаю с ножом, все как обычно. И прикол в том, что у зомбарей просто 1000 хп. И все, то есть ты его мочишь,
и он умирает. То есть это реально было скучно. Да, карту еще изменили, но карту изменили реально убого. Такое ощущение, что все делали на быструю руку. Также зомби могли быстро прыгать. Ну, точнее, не быстро прыгать, а высоко прыгать и быстро бегать. Ну, честно говоря, это было прикольно, но это очень быстро надоело. И, как я понимаю, в этом году они все-таки пытаются его усовершенствовать. В этом году должно выйти глобальное и крутое зомби-выживание. Я, честно говоря, буду очень сильно ждать. Я надеюсь, что оно будет гораздо лучше, чем в прошлом году. Блин, ребята, я просто не верю. Только что мне сказали инфу, что еще одному около разработчику обнулили ранги. Я просто в шоке. Смотрите, клан РФГ. Во-первых, вы помните, их было раньше трое. Их раньше было реально трое. А теперь посмотрите. А ну-ка. Обалдеть, реально тоже обнулили ранги, тоже обнулили КД и все обнулили. Ребят, да, это означает только одно, то что прямо сейчас они тестируют новый режим, тестируют новое обновление, потому что уже очень многих тестеров, разработчиков и около разработчиков обнулили ранги. Поэтому я буду искренне ждать и верить, то, что обновление должно выйти в ближайшее время. Ну что ж, дорогие друзья, если вы ждете обновления прямо в эту секунду, ставь лайк, пиши в комментариях, чего ты ждешь больше всего, а также подписывайся на мой канал. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.